Олимпийская аллея уже с утра заполнена пензенцами. Одни вышли на прогулку, другие спешат на парад в честь Дня государственного флага. Прежде чем присоединиться к нему, горожане проходят регистрацию. Сегодня праздник, День российского флага, а мы патриоты своей страны. Мы любим спорт, любим движение, любим жизнь. Вообще я участник этого праздника ежегодно. Мне нравится, это очень праздник. Вот. Я живу здесь недалеко, поэтому для меня это очень удобно принимать участие. И еще я люблю велосипед, вот, спорт люблю. Ну и тем более такое мероприятие, как праздник российского флага. Все-таки сегодня исполняется 30 лет. Праздник давно полюбился пензенцам, а в таком формате здесь, на Олимпийской аллее, его отмечают уже третий год подряд. Организаторы уточняют, в спортивной акции нет соревновательного элемента, и это массовый заезд. Главным условием участия является лишь наличие в одежде одного из цветов триколора. В этот день на Олимпийской аллее абсолютно каждому бесплатно, абсолютно бесплатно дается велосипед, самокат или ролики, любое безмоторное транспортное средство, которое допустимо передвижением по Олимпийской аллее. Колонну составили таким образом, чтобы пензенцы ехали в порядке расположения цветов на флаге. Большой заезд прошел по дорожкам, которые приспособлены для передвижения на транспорте. Общая протяженность дистанции – 4 километра 800 метров.